на озеро Балтым, наводить порядок на берегу. Едем на пляж Зайково, там должны собираться волонтеры. Сколько народу будет, сейчас увидим. Надеюсь, мусора будет немного. Вот. Но мы едем, правда, всего на пару часов. Что получится собрать и как провести это время, посмотрим, увидим. Ну, там найдется, где нас тоже. Так, кому все? Давайте, подходи. Основной мусор, конечно, это стеклянные бутылки, банки, банки жестяные, одноразовая посуда, пакеты. В общем, мусора достаточно. Хозяева, открывайте. Открывайте быстро. Такая насосная будка стоит, нарисованная, как будто дом. Данил, ну скажи, как ты считаешь, много мусора было? Много. А откуда мусор появляется в лесу? Какие-то нехорошие хулиганы мусорят. И бросают мусор, да? Да. А взрослые прибивают. А это хорошо или плохо? Плохо. Ты когда вырастешь, не будешь так делать? Не буду. Ну и самый приятный момент во всем этом мероприятии. Это чаепитие. Все, 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 все. С печенюшкой, да, Данил?